Привет всем, зовут меня Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру Безумный Макс. Не забываем, ребята, ставить лайки, подписываться на мой канал и приятного просмотра. Ну что, ребята, поехали. Так, у нас задание — встретиться с таинственным жителем пустыни. Оставайся с машиной, я пойду один. Да-да, на старого жестянчика с его священной миссией можно не обращать внимания. Плюнь на него, иди своди с кем-то счета. Давай, не стесняйся. Я отойду ненадолго, надо кое-что сделать. А что нам сделать? Сейчас узнаем. Ты какой-то здоровый. Издалека кажется. А, у него с тобой припасы. Это ты, рвешь песок, приливаешь кровь, собираешь осколки прошлого. Ты говоришь, что ищешь безмолвную равнину, но разве ты не бредешь по ней? Среди обломков прежней жизни, вечно убегая от всего человеческого, однажды безмолвная равнина закончится, и начнешься ты. И у тебя есть цель в этой жизни, друг мой. Хотя ты не смеешь даже мечтать об этом. Но сначала будет боль, много боли, до того, как ты познаешь твое предназначение. Ты меня совсем не знаешь. Оглянись вокруг, посмотри на дюну. В их тенях таятся полузабытые страхи. Ты всегда бежал от этих призраков, от безумия, которое крадется за тобой. Ты же пришел в Гриффи не просто так. Глубоко внутри, среди ужасов, от которых ты бежишь, заключена твоя сила. Гриффом тебе поможет добраться туда, куда ты боишься заходить. Открой твое предназначение. Куда он делся? Вернуться к шедевру. Задание. Ну, биография Гриффа. Так, Гриффа помогает Максу развивать способности в обмен на значки, которые можно получить за прохождение испытаний. Ну, давайте возвращаться к нашей любимой машинке шедевра. Ну вот тебе плохо. Где машина? Не здесь. Подожди, на жестянчику. Так, сигнал за жестянчика. Если жестянчик далеко, вы можете подать ему сигнал, выстрелив из ракетницы. Вскоре после этого он приедет на шедевр. Ты где вообще катался? Прятался? Дрались.
проблема, я увидел шпионов, они крались, они хотели похитить их, нужно было отогнать его в безопасное место. Нельзя терять время, нужно собирать машину. Поистину! Святой, мы сделали богоугодное дело, добыли все необходимое для системы Нитро. Вы можете в любой момент перейти в меню гаража, выбрать слабо соответствующий пункт меню пауза. Гараж. Как в метро. Система нет, что обратно, пора ее закрести. Выводи, что ты и стань на дорогу. Я знаю, куда ехать. Испытать нитро. Туда, двигайся край, перемахни на ту сторону. Так, Нитро Икс. Ладно, понятно. Сейчас разгонимся. На взлет приспалочь. Это как-то хреново. Еще раз. Не получилось у нас. Ха-ха, на парик! Я знал, что у нас получится. Уничтожьте наводчиков. Таран использует Нитро для увеличения урана. Наводчик, нужно задавить его, пока он не отозвал и подозвал друзей. Бортовой таран. Так, это хреново. Удар в лоб. Давай ты уничтожай его. Так, миссия пройдена. Праведный труд. Давайте сначала.